В воскресенье в Самарской области облачно и без осадков. Температура воздуха днем 23-25 с плюсом, ночью 17-19 выше 0. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. В Сызрани небо в облаках, днем плюс 25, ночью 18 выше 0, южный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти на небе облака, температура воздуха днем плюс 24, ночью плюс 19, западный ветер 1 метр в секунду. В Самаре облачно, днем плюс 24, ночью плюс 20 градусов. Юго-западный ветер 1 метр в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 48%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.